Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «7 минут». 8 июня отмечается День социального работника. И сегодня у нас в гостях Елена Владимировна Карпенко, первый заместитель министра социальной защиты населения Рязанской области. Здравствуйте, Елена Владимировна. Добрый день. Я думаю, что на сегодняшний день у нашего населения сложилось какой-то такой стереотип. Социальный работник – это человек, который помогает бабушкам, ходит за хлебом, там, прибирает квартиру. Я думаю, что это не совсем так. Если можно, развенчайте этот миф, расскажите, каковы обязанности социального работника. Да, это заблуждение всеобщее. Я бы сказала, профессия появилась в прошлом веке, в 90-е годы, когда самым востребованным среди населения на самом деле было оказание бытовых услуг. То есть это помощь в доставке продуктов. Но время идет вперед, и сейчас, конечно же, обязанности гораздо шире. Это помощь в доставке медикаментов, это содействие в получении каких-либо услуг не социальных, которые предоставляются даже не нашими службами. Порой для одиноких граждан вообще социальный работник – это является связью с миром и возможностью через него общаться с какими-то организациями, взаимодействовать. Какие учреждения на сегодняшний день действуют в системе социального обслуживания? Если изначально учреждения социального обслуживания были представлены стационарными учреждениями, домами-интернатами, как обычно называют люди, то сейчас достаточно широкая разветвленная сеть. Это и комплексные центры социального обслуживания, это и социально-реабилитационные центры для детей, учреждения для лиц без определенного места жительства, реабилитационный центр для инвалидов. То есть это все учреждения социального обслуживания. Скажите, насколько я знаю, в Германии вот эта работа, да, является одной из самых высокооплачиваемых. Как обстоит дело у нас на сегодняшний день в России? В соответствии с указом президента в настоящее время идет поэтапное повышение оплаты труда социальных работников. Одновременно это связано и с повышением качества социальных услуг, и с интенсификацией труда. В настоящее время оплата средняя у нас по нашей сфере составляет порядка 11 500 рублей. Больше или меньше в зависимости от нагрузки, от личного вклада каждого социального работника. Если раньше на обслуживании у социального работника находилось порядка 6 человек граждан, то сейчас это 8-9 человек. То есть оплата в соответствии с выполняемой работой. Вот вы сказали, что указ президента в том числе подразумевал и улучшение эффективности, качества. А кто оценивает? Конечно же, учреждение само заинтересовано в том, чтобы предоставить наиболее качественные услуги населению. И контроль качества существует как и в самом учреждении внутри. Это когда различные подразделения перекрестно проверяют деятельность друг друга, создается такая комиссия, независимая учреждением. Помимо этого, это, конечно, существует контроль со стороны нашего министерства. И что немаловажно, и даже очень важно, с прошлого года к этой работе подключились общественные организации. При министерстве создан общественный совет, в котором входят все крупные общественные организации, так или иначе работающие с нашей категорией населения. Это и общество ветеранов, инвалидов, и касаемо многодетных, семей с детьми. И в прошлом году у нас была сформирована независимая система оценки деятельности наших учреждений именно вот общественным советом. В прошлом году были проверены стационарные учреждения социального обслуживания. В этом году уже началась такая проверка деятельности комплексных центров социального обслуживания и социально-реабилитационных центров. 7 учреждений уже проверены, и к концу года закончится эта проверка, будет выстроен рейтинг учреждений, который будет опубликован на нашем сайте, и все желающие смогут посмотреть, по каким критериям оцениваются учреждения и какое место в рейтинге учреждений области они занимают. Скажите, для того, чтобы стать социальным работником, нужно получать какое-то специальное образование, и каким оно должно быть? Немножко даже возвращаясь к вопросу, который прозвучал ранее, как изменилась вообще деятельность социального работника, если раньше это был неквалифицированный труд,
то в настоящее время принят стандарт социального работника этой профессии, стандарт специалиста по социальной работе. Для того, чтобы занять должность социального работника, высшее образование не требуется. Для того, чтобы получить должность специалиста по социальной работе, здесь уже, да, это специалист с высшим образованием. Ряд учебных заведений, в том числе Рязани, готовит данных специалистов, и у них уже там, ну, более широкий спектр полномочий, знаний, которые применяются в работе. Ну, я, конечно, понимаю, наверное, каждый случай требует особенного рассмотрения, но, тем не менее, какими качествами должен обладать социальный работник, какими знаниями, умениями для того, чтобы помогать людям? Мы всегда говорим, что профессиональные качества, да, какие-то можно нарастить, но для социального работника, вот именно для этой категории работников нашей системы, я к ним отношу в том числе и социальных педагогов, которые работают в нашей системе, и психологов, и специалистов различных служб. Очень важны личностные качества человека, такие как отзывчивость, умение сопереживать, умение как-то принять чужую боль и всегда готовы прийти на помощь. Вот эта вот доброта сердец, я бы сказала, и свет души, это, наверное, важное. И я всегда говорю о том, что в нашу систему можно прийти случайно, но случайные люди здесь не задерживаются. То есть, как правило, они отсеиваются, и остаются те, кто готов на самом деле служить людям. Насколько я понимаю, существует какое-то определенное разделение, да, то есть кто-то работает с пенсионерами, кто-то с трудными подростками, кто-то с людьми с ограниченными возможностями. Можно выделить вот в нашей Рязанской области социальные работники больше работают с какой категорией граждан? Кто у нас больше нуждается в помощи? В помощи нуждаются, как правило, граждане на менее защищенные. То есть здесь, конечно же, и граждане пожилого возраста, к сожалению, иногда совершеннолетние уже трудоспособные дети не готовы заботиться о своих родителях. Вот это самое грустное. И здесь вот наши социальные работники в том числе видят свою функцию в том, чтобы привлечь этих совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о своих родителях. Я не говорю о том, чтобы содержать, хотя бы заботиться о них. И появляться своим вот участием, просто их как-то поддерживать. Конечно, дети – это та же категория, которым тоже требуется забота. Если мы посмотрим в общем количестве работников наших учреждений, их больше 4000 работников, порядка 1600, чуть больше, это социальные работники. То есть все остальные работники – это и санитарки в стационарных учреждениях, это социальные педагоги, вот те, о ком мы говорили. На надомном обслуживании граждан пожилого возраста в настоящее время у нас порядка 14 тысяч находится. Но помимо этого услуги оказываются также гражданам, семьям с детьми и также пожилым гражданам разовые. И в том числе тем, кто проживает в труднодоступных населенных пунктах. Это вот одна из новых форм работы, которая уже в последние у нас годы все больше развивается. В каждом районе области у нас есть мобильные бригады, которые работают в том числе на труднодоступные населенные пункты. И сейчас мы можем с уверенностью сказать, что у нас охвачены все уголки и все населенные пункты Рязанской области, и услуги стали доступны для всех граждан, в них нуждающихся. Скоро ваш профессиональный праздник. Может быть, вы хотели бы обратиться, да, к вашим коллегам с какими-то пожеланиями? Безусловно. Уважаемые социальные работники, уважаемые работники всех наших служб, я поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. Я желаю вам здоровья, той душевной теплоты, которая есть в каждом из вас. Дарите ее людям, и она с улицы к вам вернется. И не могу не сказать об одном радостном для нас событии. Заведующий отделением социального обслуживания на дому Рязанского комплексного центра социального обслуживания населения Валентина Сергеевна Тимохина заняла второе место во всероссийском конкурсе по своей номинации, который проводился Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. Мы ее все поздравляем. Вам желаю всем профессионального роста, здоровья вам и вашим близким. Елена Владимировна, наша телекомпания тоже присоединяется к вашим поздравлениям. Всего вам самого доброго и большое спасибо за ту большую работу, которую вы для нас делаете. Спасибо. Спасибо, что вы к нам сегодня пришли. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в новых выпусках.